Добрый день. Сегодня мы находимся на благотворительном матче, который проходит в поддержку воинов АТО. Солнце зашло за тучи сегодня. Как вам впечатление от матча? Ну хорошо, только очень жарко и очень специфическое поле, очень скользко. Вот с одного подката сразу можно кусок кожи менять, сгорело. Какая боль! Какая боль! Аргентина и Майка 5-0. А где вы учитесь? В КПИ. Поэтому я сегодня стою на воротах, пропустил 4 мяча, потому что я люблю КПИ. Я учусь в КПИ, поэтому все преподаватели КПИ, которые видели это, в следующем экзамене учтите, пожалуйста, что я пропустил 4 гола. Небо такие белые, облака на голубом, как бело-голубые флаги. Вам матч? Матч отлично. Конечно, гол не забыл, но я хорошо побегал, вспомнил молодость. Я вижу ее золотые пляжи, я вижу ее... Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу сегодняшнего матча? Подстава. Почему? Ну, потому что договор был один, а, как всегда, в последний момент какие-то люди добавляются, какие-то исчезают. Команда КПИ не соответствовала списку, который обсуждались, который утвердили и которые должны были играть. Какая боль! Вообще матч хороший. Понравилось, что очень много людей пришло на стадион. Люди еще посмотрят концерт. Это очень хорошо. Я считаю, что это хороший отдых для студентов и для людей, которые любят выйти, посмотреть футбол и послушать музыку. Тебе игра, как тебе вообще атмосфера в КПИ? Я был только пришел на минут 15 в конце, и мне удалось побегать, конечно, но я так пришел, уже был счет, по-моему, то ли 5-2 проигрывали, и, ну, как-то не очень интересно было. Как настроение, как атмосфера? Настроение хорошее. Домой еще не хотите? Ну, у нас же выступление, большой концерт, поэтому домой еще рано ехать. Надо создать уже до конца, до вечера хорошее настроение людям, вашим студентам. И несмотря на это маленькое недоразумение, хотели бы вы учиться в КПИ? У меня брат учился, не доучился, к сожалению. Хотіли б ви вчитися в КПІ? Я мав змогу вчитися в ХПІ. Це Харківський політехнічний інститут, який теж великий, але щось не склалось.